Короче, вот мой парень. И чтобы вы понимали, насколько он джентльмен, насколько он воспитанный, вот это букетик, который он подарил мне. Но поскольку я гуляла не одна, а с подружкой, чтобы ее не обидеть, он купил букетик и для нее. Вот моя подруга. Это так мило! Всем привет! Это не олень, это олень в квадрате. Не, я не спорю. Мужчина хотел, ну парень, хотел казаться галантным и все такое, но по факту... Это действительно уже вот прям оленизм, стопроцентный оленизм. Он бедный, не знает уже, как угодить своей вагинюшке, чтобы она вот говорила, что какой он хороший, какой он замечательный. Но в итоге ее лучший друг все равно получит больше бонусов, чем вот этот оленяка.